На канале Краликса ты сможешь найти SkyWars в Майнкрафте и также топы в Майнкрафте, которые мы с вами очень сильно любим. Поэтому, если вы заинтересованы, то заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами Савайдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию продолжения прохождения замечательной карты, которая называется Пиксель Дроп. А по-нашему, угадай, что прячется за пикселями. Ребята, это реально очень крутая карта, и меня радует то, что это уже четвертая серия, и за 4 серии у нас не повторился ни единый уровень. Поэтому, если вы хотите больше серии, если вы хотите, чтобы мы добили эту карту до конца и посмотрели на все уровни, которые только существуют, не забываем ставить лайк, ребята. Чем быстрее наберем 1500 лайков, тем быстрее вы новая серия, ребята, все зависит только от вас. Если мы дружно наберем 1500 лайков за 2 часа, значит через 2 часа выйдет новая серия, ребята, задумайтесь об этом. Также вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков, все, что вам нужно, это просто подписаться на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я буду очень сильно этому рад. Ребята, тянуть мы больше не будем, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы сейчас будем приступать. Перед этим я хотел бы поделиться то, что я взял 2 дня отпуска на работе в связи с тем, то, что я болею, кто не знал, кто знал. И, в принципе, мне реально хреново, поэтому я решил на 2 дня больше полежать дома в кроватке. Но, как видите, я лежу в кроватке, хоть мне хреново, но я, ребята, для вас стараюсь и записываю новые видео. Я также рассчитываю на вашу поддержку, то, что вы меня поддержите, потому что это не так-то просто сидеть с температурой, кашлять. Ну, в принципе, все мы болеем, все мы знаем, что это такое, и записывать новые видео. Поэтому, ребята, каждый ваш лайк, каждая ваша поддержка для меня будет очень важна, и может благодаря вам я выздоровею намного быстрее. Ну ладно, ребята, не тянем, приступаем к самой серии, к первому раунду. Я надеюсь, то, что я смогу побить свой рекорд. А кто не помнит, рекорд 1280 очков. Надеюсь, то, что я все же смогу побить, если нам, конечно, будут попадаться вещички с Майнкрафта, а не как в предыдущей серии, где нам попался какой-то в жопу Taco Bell мексиканский ресторан. Откуда я нахрен могу знать, что такое Taco Bell? Я что, мексиканец нафиг? Фиг его знает, ребята, откуда Taco Bell. Ну ладно, пускай люди думают, автор думает то, что все знают, что такое Taco Bell. Может, он там живет в Мексике. Ладно, что такое, ребята, будем угадывать. Это, я знаю, это кожа. Только как лезер, вот так. Лезер. Ребята, нужно побивать свой рекорд. Да, 330, ну, более-менее. Есть 5 раундов, ребята. Если мы дальше таким способом будем продвигаться, то, в принципе, можем побить. Но нужно, ребята, ух ты ж, ни хрена себе. 2 слова в первом слове, 4, 5, 6, 7 во втором слове. Охренеть. Potion. Healing potion. Нет, не potion. Хрен его знает. Бриф. Это дыхание. Бриаф. А вот это. С. А, вот нет. Бриф, дыхание какой? Драгонс. Да, дыхание дракона, я надеюсь. Драгонс, бриф. Вот так. Да! Ух ты ж, ни хрена себе! Это, ребята, с новой версии Майнкрафта, и поэтому не все могут знать, я это прекрасно понимаю, не все могут знать, что это такое, потому что это новая версия Майнкрафта, не все в нее еще играли, это 1.9. Опять 2 слова, да вы издеваетесь. Походу, никто не хочет, чтобы я побил мой рекорд, это похоже на какое-то сердце, что ли, ледяное, что-то в этом роде. Первое слово у нас 5, 6, 7, и второе опять 5 букв, да вы издеваетесь. Это Diamond Armor. Diamond, да, chest. Дайте мне вот так. Diamond chest. Вот так. Diamond plate. Да. Plate. Вот так. Нет, Diamond что нахрен? Chest. Diamond chest. Diamond chest. Вот так. Да дай мне дожать. Да, 720. Ну, в принципе, я думал то, что это плейт. Это в какой-то степени одинаковая хрень. То есть нагрудник, алмазный нагрудник. Ну, ладно, угадали. Хоть и не набрали кучу очков. Ребята, вы также можете со мной играть. Вы можете участвовать в самой серии. Если вы догадались, что это такое, вы сразу можете бежать в комментарии и пытаться написать. Если вы уже, например, знаете, что такое, ребята, сразу бегите в комментарии и пишите. Вы, в принципе, напросто меня опередите и выиграете у меня. Можно сказать, вы меня вздрючите, потому что вы уже угадаете, а я нет. Поэтому, ребята, если вы хотите со мной поиграть, то прошу. Это тыква. Памкин, но это какая-то ледяная тыква. Что это за хрень? Ит.
Это похоже на тыкву, и в какой-то степени это похоже на снежок. Это какая-то рожа наркоманская. Что такое? Что это такое? Не представляю, ребята, что курил создатель этой карты. Что такое? Хермит какой-то. Термит какой-то, нафиг. Нет. Я не представляю, это опять с какого-то мультика, нафиг. Или что это? Ребята, сейчас, давай, мне интересно, что это такое. Таким способом я, конечно, не смогу побить свой рекорд. Reddit. Ну, да пускай будет, я не представляю, что такое, но ладно. Охренеть, первый раз три слова, хоть небольшие, четыре буквы, три буквы, четыре буквы. Ну, три слова, это же до хрена. Что это такое, ребята? Быстренько угадываем, что это такое. Я, если честно, пока что в недоумении. Какой-то снежок, то есть какой-то круг. Г-Н. Посередине я знаю, это энд. А инь и янь. Инь и янь. Но я не знаю, как это пишется. По-английски. Это инь и янь, ребята. В принципе, все знают, что это такое, но я не знаю, как это пишется. Янг. Я это угадал, можно засчитать то, что я это угадал, но я не представляю, как это, ребята, пишется. И инг, янг. Ну что-то хрен его знает, допустим. И анг энд. Нет, вот, видите? И инг энд янг. Я не знаю, ребята, честно. Инг. То есть можно считать, мы все угадали. Я думаю, 99% всех, кто сейчас угадал, не знают, как это писать. Инг инь янг. Я не знал, ребята. Можно считать то, что я угадал, но я не знал, будем приступать к следующему уровню. О, пожалуйста, дайте мне побить свой рекорд. Ребята, давайте болеть за меня, болеть за всех нас. Надеемся, что мы сможем побить наш рекорд в 1280 очков. Но если нам будут задавать такие огроменные слова, мы, конечно же, никогда не сможем это побить. Офигеть. Два слова. В первом слове 4, 8 букв. Во втором... Что это за пенисы? Во втором это 4 буквы. Это какой-то столбик. Это лопата, это башня, это... Это... Я знаю, что это... Трип-вайр-хук, твою ж фуражку. Да. 170 очков, это отстой, конечно, это в два раза меньше, чем должно быть в нормальном раунде, но все же угадали, так угадали. Я, если честно, не знал, как это пишется. Tripwire hook, допустим. Так, вот второе слово более-менее, 6 букв. Что это такое? Коричневое, светло-коричневое, черное, гриб какой-то. Что-то похоже на какой-то гриб, если честно. Опять с Марио? Это опять с Марио, ребята, как называется этот... Гоомба. Ребята, я... Кто не знает... Да, создатель этой карты большущий фанат Марио. А я в Марио играл последний раз 15 лет назад, ребята. Кто помнит, что с вами было 15 лет назад? Многие, наверное, 15 лет назад еще даже не родились. А я играл в Марио, и я не помню, ребята, никакие имена, кроме Марио. Поэтому, ребята, я реально не могу знать, что это такое. Это... Ладно, давайте не будем отвлекаться. Это что-то зеленое, да. Это... О, спрус, как это называется? Как эта хрень называется? Как называется? Где-то? Вот. Ок, спрус, джангл, акация, дарк, спрус. Как это? Как нахрен? Спрус. Нет. Как называется? Я знаю, это не елка, это не елка, ребята. Это куст. Да твою мать! Ферн. Как меня еще нахрен бесит? Ферн, вот так. Да, ну, не очень круто, да, я немного затупил, я думал, это елка, ребята, что-то, это куст оказался, вот где он, вот, ферн. Ну, ладно, ребята, рекорд, мне кажется, я не смогу побить. 1280 очков, это все же охрененно какой большущий рекорд, ну, что это такое, ребята? 6 букв, угадывайте, если вы уже догадались, если вы знаете, что такое, ребята, сразу бегите в комментарии писать свой ответ, мне реально будет интересно узнать, кто уже догадался, а кто нет. Что это такое, ребята?
Это полноценная картина. То есть, как видите, по углам даже вот это все есть. Так. Б и С и С. Глаз. Блу. Это похоже на... Ребята, это похоже... Бикон. Бикон. А! Ух. Биакон. Это маяк, ребята. Это маячок, маячина, маячущая. Да. Ну, 630 очков я угадал. Ну, в принципе, немного времени мне понадобилось. Посмотрим, что у нас будет в последнем раунде. Три... Ух ты, нихрена себе. Три буквы. Это, наверное, должен быть самый простой. Я надеюсь, уровень. Ну... Три буквочки мои. Но я пока что не знаю, что это такое. Это коробушка, конечно же, это коробушка. Как кто не знает, что это коробушка? Все уже догадались, что это коробушка. 1000! Ох, ты прям 1000, ребята, прям тысячка. Не 1001, не 1028, а именно 1000. Пускай, ладно, сойдет, да, допустим. Сейчас будем приступать, ребята, еще одному раунду. Посмотрим, что у нас же будет тут. Я надеюсь, что мы хотя бы сможем переплюнуть 1000. То есть побить свой рекорд хотя бы за эту серию. Переплюнуть 1000 очков. Я надеюсь, что это у нас получится. А если получится, побить 1280. Ух, это как круто будет. Будем надеяться, ребята, будем надеяться. Мой воспаленный мозг в какой-то степени, потому что он сейчас болен, все тело больно, в том смысле воспаленный. Не знаю, сможет ли догадаться, понять 5 слов, которые нам загадают в этой серии. 4 и 5. Что это такое? Это что? Если это в этом направлении, значит это какая-то стрела. Это оранжевая стрела, но я не знаю, как она называется. Fire Arrow. Да, ребята, это наверное. Я надеюсь, пожалуйста. Arrow, Fire Arrow, пожалуйста. Да! Ух, 400 очков, ребята, 400 очков за первый раунд. Я надеюсь, там опять какой-то Taco Bell не загадают. Я не смогу догадаться, что это такое. Если то был мексиканский ресторан, то какой-то нахрен сейчас нигерийский ресторан нам Алухамбар какой-то загадают. И вот таким способом я, конечно, не смогу ничего угадать. 4, 5, 6, 7. Фу, F. Первая буква F. F. А это какая-то полноценная картина, потому что это идет все вокруг. F. Фюрнейс. Это лучше мучи. Фюрнейс. Вот так. Да. 710 очков во втором раунде. Ух ты ж, ёшкина матрешка. Ну, более-менее. 5-2 слова. Это хреново. Два слова это хреново, да. В первом слове 5 букв, во втором слове 3 буквы. Уа-а-а! Что это такое? Что это такое? Какая-то посудина, мне кажется. Да, что-то, ну... Ребята, если вы догадались, сразу бегите в комментарии писать. Мне реально будет интересно узнать, кто догадался, кто нет. Это какая-то бум... Что это такое? Что это такое? Хрен ему знает, что это такое. Я не имею понятия, ребята. Empty map. Это пустая мапа. Карта. Empty map. Вот так. Вот так. Да. 880. Да, я немного затупил, но я, в принципе, не догадался. Это empty map, ребята, это пустая карта. Вот как выглядит пустая карта. Это такая желтенькая с белым, но никак не розовая нафиг. Ну, автор тоже немного ошибся, но все же я смог догадаться, хоть не сразу. 6 букв. Дайте мне побить рекорд хотя бы в этой серии. Больше, чем 1000 очков. Это опять полноценная картина. Полноценная картина, третья буква И. Что у нас есть полноценного в Майнкрафте? То есть блок, который виден на весь слот вот тут в вашем баре. Как это называется? Что это вообще такое, не как это называется? Не пикчер, это не картинка. Что, ребята, я пока буду вот так смотреть и буду сюда смотреть. Что у нас есть вот такого полноценного? Item frame? Нет. Что это такое, нафиг? Ик. Трик.
Я не имею ни малейшего понятия. 10 секунд. Брик! Брикс! Я знаю! А, ну вряд ли я смогу угадать уже. Брикс, вот так. Это кирпичи. А, 20. Это не так-то просто угадать. Знаете, ребята, я говорил, что я болею, я буду кашлять, поэтому надеюсь, вы меня простите. Фух. А, так, выкашлялся. А, три буквы. Да. Я это не угадал, но, в принципе, это не так-то просто угадать то, что это кирпичи. Три буквы. Три буквы. Хотя бы дайте мне 100 баллов, чтобы я переплюнул. Ну, вряд ли я смогу даже это сделать. А что это такое нафиг? Белое с красным. Б. Б. Дайте мне 100 баллов, 100 очков. Б. Что это такое? Это опять какой-то... Побой нафиг. Есть... Охренеть, у меня еще и наковальня залагала. Вот. Я не представляю, бой какой-то. Бо. А, да, не бой. Я не знаю, ребят, это опять с какого-то мультика или с какой-то игры, в которую я никогда в жизни не играл. Ладно. Бу. Это бу, ребята. Это, мать его, бу. Бу. Да. Если это бу, то пускай бу идет в свою, не знаю, там, в долину, которая находится в его пятой точке. Ладно, ребята, на этом мы будем заканчивать. К сожалению, мы не смогли побить свой рекорд. Но все же, ребята, если автор не поленился, если в дальнейшем на этой карте еще будет хотя бы 100 различных картинок, которые не будут повторяться между собой, то мы сможем сделать еще больше, чем 5 серий, ребята. Если вы хотите видеть новую серию, даже если через 2 часа, если мы наберем 1500 лайков, если мы дружно все поставим лайк, если даже через 2 часа мы наберем 1500 лайков, значит, выйдет новая серия. Я сейчас дома, ребята. Я не пошел на работу... Потому что я болею, как я сказал. Я, в принципе, должен лежать в кровати и отдыхать. Но все же я, ребята, стараюсь для вас и выпускаю новые видео. Поэтому хотя бы немного постарайтесь для меня, поставьте лайк. Ну и просто ваша поддержка мне будет очень важна. 2500 лайков, выходит новая серия. Вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков. Как вы знаете, каждый подписчик для меня как друг. Поэтому я всех вас, ребята, приглашаю. Я буду очень сильно этому рад. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы реальные молодцы, заслуживаете уважения, потому что вы не перемотали и не выключили видео. Переходите на мой канал смотреть мои новые видео каждый день, ребята. Я всегда буду вам рад, и я всегда буду рад вас видеть. Ребята, не ленитесь, вам всегда тут рады. Спасибо вам за просмотр, я скажу очередной раз. Всем удачи и всем пока.